Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Эх, дороги» на телеканале «Ветта». Меня зовут Артем Жаворонков. Вновь мы на улицах нашего дорогого города. И сегодня начнем с чего-то хорошего. Место слияния трех улиц. Розалии Землячки, Уральской и улицы Свердлова. Мне кажется, это один из немногих участков Перми, где снег убирают как надо. Поясню, что имею в виду. Что проезжие части тротуар примыкают здесь друг к другу и убираются таким образом, что бруствер из снега отодвинут от края проезжей части. Естественно, погодные условия теперешние не способствуют тому, чтобы проиллюстрировать это ярко, тем не менее. Это одно из немногих мест Перми, где, как мне кажется, улицу от снега очищают правильно. Ведь смотрите, как приятно это смотрится. Проезжая часть, тротуар, все рядом. Правда, безопасности это не способствует, но это совсем другая история. Вы, наверное, знаете, что наши уборщики улиц очень любят оставлять снежные завалы на краю проезжей части, отделяя ее естественным образом от пешеходной дорожки. И неважно, где это, рядом с пешеходным переходом, на нем ли вообще, сплошь и рядом, вот улица Уральская, в части ее пересечения Землячки и Свердлова. Приятное исключение. Вообще, здесь достаточно много интересного. Например, ливневая канализация. Люк, который еще, к счастью, не провалился, как это сплошь и рядом происходит на улицах нашего города. Перекресток улицы Клименко и улицы Екатерининская. Недавно здесь поставили очень хитрый светофор. Работает он автоматически и настроен таким образом, что загореться зеленым для пересечения Екатерининской по Клименко может только тогда, когда вы правильно встали. А именно у полосы, у стоп-линии. Правда, вот самой стоп-линии здесь нет. Был знак, ну и он кем-то любовно уволочен, скорее всего, к себе домой. Так что никаких претензий к тому, что светофор здесь работает неправильно, быть не может. Все с ним в порядке. Наш телезритель Михаил, который обратил внимание на правильность работы светофора Екатерининская и Клименко, на спертый кем-то дорожный знак, обратил наше внимание еще и на одну любопытную особенность этого светофора, а именно на зеленого человечка, который показывает, когда пешеходам дорогу переходить можно. Если вначале он идет медленно, то под конец, под завершение зеленого сигнала ускоряется и просто бежит, показывая нам, что нужно поторопиться при пересечении этого участка дороги. Пожалуй, что таких забавных светофоров в нашем городе больше и нет. Если вы заметили что-то забавное, интересное, а может быть прискорбное, не дай бог, на улицах нашего города, делитесь этим с нами. Форма для обратной связи на сайте www.vetta.tv. Есть группы нашего канала и нашей программы в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Артем Жаворонков, это была программа «Эх, дороги». Берегите себя и улыбайтесь чаще, тогда все у нас получится. Пока!